Всем привет! Приветствую вас на своем канале. И сегодня я вам покажу десерт за буквально 5 минут. Но это не точно. Скорее всего. Вот. Очень легкий, быстрый, ничего абсолютно, ничего сложного. Просто нужно все смешать и подождать пару часиков. Но поверьте мне, оно того стоит. Так что приступим. Нам понадобится 2 столовые ложки семян чиа, 40 мл кофе, вы можете сварить или запарить на ваше усмотрение. 40 мл это где-то плюс-минус 3 столовые ложки. И 1 стакан вишневого сока. Теперь все это соединяем. Добавляем 2 столовые ложки семян чиа и все хорошо перемешиваем. И теперь вот это вот все наливаем в стакан. Вот что получилось по итогу. И оставляем на пару часов в холодильнике. Ну все, вот такая вот... красота получилась. Все уже там набухло. Прошло где-то 4 часа плюс-минус. Пробуем. Ну, пахнет вкусно. Как бы, ну, неплохо. Ну, на любителя. Вот что я могу сказать. Необычные какие-то вкусы, я не знаю. В общем, скажу так, любители кофе, вот можете попробовать, поэкспериментировать, вам понравится, 100%. Это прям такой, знаете, кофейный напиток считается больше. Кофеманы вот вам пойдет вообще прям идеально. Обычные люди не знают. Вот это поворот! Хотите поэкспериментировать, попробуйте. То есть это вкусно, он достаточно освежающий. То есть... я не знаю, как объяснить. У меня такие смешанные чувства. Вроде бы вкусно, а вроде бы нет. Вот. Вот как-то так. Так что... если вы хотите попробовать какие-то новые ощущения вкусовые, то попробуйте. Может быть, это будет ваш любимый а-ля десерт. Вот, а я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. И всем пока-пока.